Чего? А это отдельный разговор. Оказались здесь зачем? Я все проверил, все в порядке, иностранцы. А, ты объяснил им сколько и за что, каков порядок? Так, в двух словах, подробностей я не вдавался. А, так значит, говоришь, что иностранцы? Да. Значит так, с вас за вход, за нахождение, за прохождение, за приближение, за представление, за предупреждение, за нарушение, всего 110 пунктов, плюс перечисление по возрастающей шкале, всего 500. Стало сомнение, за будущее возражение 200, сюда не входит обучение. Итого, 500 и 200, что и 100? 100 за что? Как вас зовут? Гермидас. А меня Димас. Вы извините, месье Димас, скажите, сколько с нас? С учетом бестактного вопроса, плюс 50. Вот 50 за что? О, значит, еще вопрос. Итак, всего-то ничего. Там было 900, плюс 50, плюс 2 вопроса, итого всего-то, плюс чернила, плюс работа, плюс печать на гербовой бумаге в 3 экземплярах, 1,5. А завтра зайдите в канцелярию ко мне. Там потолком, как нам дело дать быстрейший ход. Ход. На составление бумаги пару дней. На подписи проверки 2 недели. Потом печать денька 3. Потом всегда нужно будет оплатить, заполнить все бумаги. А в оплате откуда? Кто такие? Откуда деньги поступили? Это еще недельки 2. А там пойдет процесс. Простите, что? Процесс. А что вы имеете в виду? Процесс. 110 пунктов я вначале их перечислял. Вхождение, нахождение, приближение.